it up. Расскажи про твое чудо техники. Что самое главное здесь, в этом квадроцикле, в чем его уникальность? Ну, здесь на самом деле очень много уникальных элементов, которые мы разработали прямо сами еще с прошлого года. Можно начать, наверное, с таких особенностей Дакара, да, грубо говоря. Это с топливной системы, да, как мы видим, вот по бокам стоят два бака топливных. Общий объем бака стандартный 11 литров, у нас получилось сейчас 41 литр. Это на сколько километров хватит? Ну, максимально 300 километров, да, по факту там максимальное расстояние без дозаправки на Дакаре 250 километров. А сколько у меня получается? Если ты едешь по песку, то это расход литров 20-30, может быть, на 100 километров. Если едешь по жесткому грунту, ну, расход 9 литров даже может быть. То есть все очень сильно зависит от нагрузки двигателя, да. Самое, как бы, замечательное в том, что вся эта система качает топливо одним насосом. Обычно, ну, у 99, да практически у всех, я один-единственный, у всех стоит докачивающая помпа. То есть один бак выше, другой бак ниже, и стоит помпа, которая из одного бака подкачивает другой, она очень часто выходит из строя, а у меня стоит одна стандартная помпа, она японская, очень надежная, она никогда не ломается, тьфу-тьфу, как говорится, да. Как я писал в своих блогах, в этом году мы все-таки созрели и сделали двигатель, да, то есть мы усилили его, мы поставили более высококомпрессионный поршень, мы изменили геометрию распредвалов, мы увеличили жесткость двигателя. Я очень долго к этому шел, подготовился, я надеюсь, что все будет отлично. Понятно. Серег, расскажи про основные характеристики, знаешь, такие, которые интересны вот просто людям, которые любят там машины. Максимальная скорость, он едет 130 км в час, опять же, в зависимости от грунта, да, то есть по песку он максимум разгонится 90, на высоте 4800 он будет ехать вообще 60 км в час, то есть настолько мало кислорода, настолько большая разница, да. Мощность у него в стандарте 51 лошадиная сила, это модель уже свежая, да, с увеличенной компрессией. Изначально, да, то есть от старых моделей, она 51 лошадиная сила, он заднеприводный, механическая коробка переключения передач, все как на мотоцикле. 5 вперед, 1 назад. То есть здесь есть задняя передача, в отличие от кроссовый вариант, там задней передачи нету вообще, но там тоже 5 передач. Да, соответственно, что еще? Произведен в Америке уже, не в Японии, к сожалению. Это, кстати, очень сильно влияет. Ну и, конечно же, что говорить, от стандартного квадроцикла осталась там передняя часть рамы и задний маятник. Очень много деталей производим сами, да, то есть баки – это наша вообще уникальная разработка, подножки, вот вся вот эта система крепления оборудования навигационного, то есть здесь ставится роутбук, такая книжка, в которой идет, грубо говоря… Карта, да, по которой ты едешь. Соответственно, этот радиатор тоже произведен по заказу, потому что такого он в полтора раза больше, чем стандартный, такого, соответственно, не производится. Также амортизаторы тоже не купить, это все делалось под заказ. Чисто под меня, кстати, нашими уральскими парнями тоже, они огромные молодцы, они в этом очень хорошо понимают. Американский комплект подвески из очень качественного материала, который проходит все нужные процессы обработки. Масляный бак, стандартный литр, здесь 3 литра, настолько большой бак, потому что элементарно ты за день проезжаешь больше, чем межсервисный интервал квадроцикла. То есть нужно, чтобы масло было всегда свежее, и, соответственно, чтобы оно было, дольше сохраняло свои качества, ты увеличиваешь объем, охлаждаешь его, чтобы оно не горело, и было более свежее там, в течение всей гонки. Да, то есть колеса, на гонку я беру 56 штук, потому что каждый день ты меняешь все 4 колеса, они стираются в ноль. От них ничего не остается, да, то есть здесь у меня стоят сейчас карбоновые диски, тоже в зависимости от спецучастка я буду использовать или кованые алюминиевые диски, или карбоновые. Карбоновые, конечно же, гораздо легче, но, опять же, не такие крепкие, как алюминиевые. По размеру колеса это вот какой диаметр? Какой это шкаф? Высота колеса 22 дюйма, ширина 11 дюймов. Это колеса для квадроцикла? Да, это именно для квадроцикла, именно. Это, на самом деле, очень большое колесо, если сравнивать, там вот у меня кроссовый квадроцикл стоит, то здесь высота 22, там 18 высота. Это сделано специально для большей проходимости, там для большей скорости, для большей устойчивости.
Какие-то есть у тебя с собой во время гонки на квадроцикле, не знаю, места, где можно там запчасти какие-то? Да, конечно. То есть у меня аптечка даже у тебя с собой есть. Да, конечно, все это у меня есть. Вот сейчас не стоят сумки. Вот в прошлом году у меня стояли здесь сумки, которые мне, кстати, украли в Боливии, когда я сфотографируюсь, у меня срезали. Они у меня были на тканевых стяжках. Ну, я остановился, думаю, блин, я еще проехал так хорошо в спецучасток, хорошее настроение такое. Ну, думаю, ладно, остановились, так говорится. Они меня как мухи облепили, конечно же. И я начинаю отъезжать, смотрю, сумки уже нет. Вот. То есть там были какие-то мелкие запчасти, да? Ну, там были как минимум мозги, да, модуль управления двигателем стоит $1000, то есть просто как минимум это украли на 60 тысяч рублей. То есть, к сожалению, здесь все исчисляется такими суммами, и никуда от этого не деться. Это курс, это новые реалии, в которых мы живем, и, к сожалению, участие в Дакаре просто в Дакаре ровно стало в 2 раза дороже. Ну, практически, конечно, кроме тех элементов, которые мы изготавливаем сами в России, да, но, конечно, мы покупаем алюминий, он тоже подорожал, да все подорожало. И, соответственно, и Дакар в 2 раза подорожал. Сколько обошелся квадроцикл? Я думаю, что финальная версия будет 1,2 миллиона стоить. Угу. То есть он сам, я купил его за неплохие деньги, ну, достаточно дешево. Вот. Сейчас у него розничная цена 860 тысяч, по-моему. Угу. 2 миллиона – это без основной стоимости, это плюсом, да, еще получается? Да нет, на самом деле, я думаю, что плюсом где-то, я пока не могу сказать, потому что он еще не закончен, мы что-то меняем, да, то есть, и как считать, если с запасными запчастями, которые мы поставим на гонки, то это еще дороже, соответственно, нет, да. Колеса еще 50 штук. Да, 50 колес – это тоже элементарно, там 400 тысяч рублей на ровном месте. Колеса в техничке? Да, вот на крыше, на алюминиевом багажнике, они там аккуратненько складываются, накрываются пленкой.